Наставником ГУДА Могилевской области стал выкладчик працовного навучання со Славгорода. Для своих занятков Эдуард Гордею навод самостойно распрацовывает видеоуроки. У наставника свой сайт и канал на YouTube. Мотивация одиная – зарабить навучальный процесс цікавым и для себе, и для школьников. За 25 год работы классичный предмет школьной программы «Працовное навучание» эволюционовал, каже наставник высшей категории Эдуард Гордеев. На место наглядных допоможников 80-х пришли сучасные информационные технологии. А неколи об этом только марили, здаралось, что не хапало навод подручников. Появилась идея, почему бы не попробовать создать какой-то мультимедийный контент, продукт, который можно использовать в школе. Ну и я начал его создавать. Классичный урок Эдуард Юрьевич поделил на несколько часток: видеотлумачение нового материала с наставницкими комментариями, практика и проверка ведов у выгляде электронного теста. Отзнаку выставляя компьютер. Чем хорош этот тест? Потому что он исключает человеческий фактор. Нет у учителя любимчиков, нет плохих учеников. То есть учитель в выставлении отметки здесь как бы не участвует. Уроки працы Эдуарда Юрьевича никто не прогуливает. Тут цікаво, кажут школяры. Мы несколько уроков назад делали стульчики, и я как раз деду подарил стул для рыболовства. Теперь Эдуард Юрьевич рыхтуется на республиканский этап конкурсу и параллельно працует над иншими задачами. Например, отримать высшую профессийную квалификацию наставник-методист, а еще засвоить гончарную и ковальскую справы, как так само включить их у научный процесс. Алена Соловьева, Александр Тарасов, новины региона.